Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня представляем вашему вниманию эфирное масло корицы коры. Запах корицы очень приятный. Он согревает и придает ощущение комфорта и умиротворения. Именно поэтому эфирное коричное масло часто используют для ароматерапии. Ведь оно весьма полезно для нашей нервной системы. Доказано, что этот продукт способен снимать стресс, помогает справиться с бессонницей и устраняет физическое нервное напряжение. Не менее полезно коричневое масло для кожи, особенно проблемной. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными качествами, поэтому подходит для очищения кожных покровов. Его рекомендуется добавлять в мыло, в ванну и различные кремы. В косметике масло корицы используется для тонизирования, устранения целлюлитных проявлений, а также осветления кожных покровов. Однако нужно учитывать тот факт, что данный продукт способен вызывать аллергические реакции, поэтому предварительно не забудьте его протестировать. Эфирное масло корицы имеет такие свойства. Обладает очищающими антисептическими свойствами, помогает снять воспалительные процессы, борется с излишней пигментацией, тонизирует эпидермис, успокаивает и снимает напряжение, помогает при бессоннице, расслабляет и устраняет болевые ощущения в мышцах. Эфирное масло коры корицы в косметике имеет такие действия. Очищающая продукция для лица, массажные средства, средства для спортсменов, кремы для тела, в том числе антицеллюлитные, скрабы, мыловарение, средства для ванны. Вот такой бутылочке мы отправляем эфирное масло коры корицы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!